Я, Ксения Санкович, продолжаю принимать ваши заявки и делиться своими любимыми упражнениями. Начинаем! Я студентка, и вот мне как раз-таки надо такое упражнение, которое можно делать сидя, и как раз-таки для шеи. Отличная заявка. Думаю, дискомфорт в области шеи знаком многим. Поделюсь одним хорошим упражнением, которое мне помогает всегда. Садимся поудобнее, соединяем ладони над головой. Затем поднимаем руки максимально вверх, при этом поднимаются лопатки. Затем снова сгибаем руки и поворачиваем голову вправо, затем влево. Если есть болезненные ощущения, выполняйте все плавно и без фанатизма. А поворот головы увеличивайте постепенно. Давайте дальше. Ксения, не могли бы показать упражнение на ягодицы? Подкачанные ягодицы сегодня в моде, но это не только красиво. Выдающаяся часть тела – залог красивой осанки и здоровых коленей. Ставим ноги на ширине плеч, носки смотрят вперед. Приседаем с прямой спиной как можно глубже. Затем поднимаемся и делаем мах ножкой назад. Корпус держим ровно. Все просто? Ускоряемся. Посмотрим следующую заявку. Пожалуйста, покажи, какое упражнение можно сделать для бедер. Улучшить женский силуэт и избавиться от совсем непривлекательных ушек нам поможет следующее упражнение. Ложимся на бок, левую ножку слегка сгибаем, правую выпрямляем вперед. Затем перебрасываем ногу назад, затем снова вперед. Носок смотрит вниз, а пятка вверх. Большая амплитуда здесь не нужна, поэтому высоко ногу не поднимайте. На сегодня все. Хорошего дня. И пусть спорт станет вашей хорошей привычкой.